На связь. Что там у вас? Он ушел, сэр. Черт! Возвращайтесь на позицию. Браво-2, на связь. Вражеский вертолет на подходе. Повторяю, вражеский вертолет на подходе. Вы кто? Капитан Ричард Фостер, 22-е подразделение САС. Капрал Марк Шейтерс, морская пехота США. Это ты стрелял? Да. Лима-1, это Фокстрот. Нужна эвакуация у Сьерра Хотел. Статус отрицательно. Посылка потеряна. Подтверждаю, американец с нами. Нас четверо. Пятеро. Что? Пятеро. Поможете мне забрать тело? Вопли режут тишину внезапно. Из ниоткуда. А ты так изможден из-за дождя и ветра, что... кажется, готов упасть и утонуть, там, где стоишь. Потом исчезают так же резко, как появились. И тишина говорит, что худшее еще впереди. Мы в жопе. Отнюдь. Что ты имеешь в виду? Мы перехватили переговоры Райкова по радио еще до побега. Он говорил о безопасной транспортировке его обратно куда-то, в место с каким-то названием, промышленный? Точку. Вы знаете, что это? Это старый советский военный городок на севере России. Когда Советский Союз был в расцвете, там было много таких городов. С режимом там было отлично. Но они рухнули вместе с ним. Когда отключили воду и свет, люди собрались и уехали. Теперь это города-призраки. Лучшее место для пьянки. Или идеальное укрытие. В любом случае, это то, что нам нужно. Они сотворили пустыню и назвали это миром. Итак, еще раз, как все обстоит? Сфера международной взаимопомощи. У нас не будет воздушных сил, пока не сформируется наземная поддержка.
Почему бы не привлечь кого-то с флота? Почему именно он? Он лучший снайпер из всех, что мне довелось видеть. Расчетлив и спокоен в худших ситуациях. Короче, если ты знаешь кого-то более подходящего в таких обстоятельствах, с таким же опытом, как у него, я готов выслушать. Твою мать, нас же просто перестреляют. Это мой выбор. Задача перед нами поставлена, и мы ее выполним. Отправляемся немедленно. И Марк Швиттерс будет нашим снайпером. Расплата. Перевод на русский язык Ярослав Шалашов и Михаил Ларионов. Роли озвучивали Максим Кулаков и Ярослав Шалашов. Специально для Stop Game.ru.